Центральное праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, прошло на территории площади имени Батырмурзаева, где развернулся большой праздничный концерт. В качестве почетных гостей участие принял депутат Народного собрания Республики Дагестан Якуб Умаханов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, заместители главы администрации, депутаты городского собрания, представители политических партий, начальники и руководители отделов и ведомств городской администрации. Слово для торжественного открытия было предоставлено Бадыру Ахмедову. Уважаемые хасавюртовцы, гости нашего города, уважаемые наши виновники торжества, я обращаюсь к вам от имени главы города, от своих коллег, от администрации, городского собрания депутатов. Поздравляю вас с этим праздником. Хотелось бы, чтобы этот праздник продолжался каждый день в течение года. Мы сегодня наряду с другими мероприятиями проводим ряд мероприятий, связанных с этим праздником. Еще раз поздравляю всех родителей, детей. Далее была проведена церемония награждения почетными грамотами представителей дошкольных образовательных учреждений и культуры. По завершению официальной части творческими коллективами Управления культуры, Дворца культуры «Спартак» и дошкольными образовательными учреждениями была организована развлекательная программа с выступлениями и конкурсами. На территории площади была развернута выставка ручных работ досуговых центров города. Здесь же любой желающий мог получить мастер-класс от художника Шамиля Закаряева. В ходе концерта по инициативе депутата Народного собрания Республики Дагестан Якуба Умаханова был проведен конкурс на лучшее чтение стихов на родном языке. Все участники были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами. Нана, шансил эмерзаник, малхал эхазаник, кунхин дединенчок, полохол минана, сачох мэндучина, тит ок а юнана, лакталте хумадат, яца эхир адат, полдеза лара. Магомаев Эльдар награждается за активное участие в общегородском конкурсе «Часов. Защитим родной язык». Держи. Благодарность за столь яркое и красочное мероприятие выражали не только виновники торжества, но и их родители. Сегодня День защиты детей. Мероприятие, организованное администрацией города Хасавюрта, нам очень понравилось. Понравилось то, что был организован праздник для детей. Много показательных выступлений, дети очень большие молодцы. Данный праздник показал, что в Хасавюрте еще очень много есть талантливых детей. И что праздники, они объединяют нас, наших детей, и заставляют нас по-другому взглянуть на мир. Большое счастье, у кого есть дети. Помощь в проведении всех мероприятий была оказана активистами волонтерских движений и творческими коллективами, городскими учреждениями и отделениями политических партий, а также отделом торговли и предпринимательства были организованы бесплатные раздачи сладостей, игрушек, мороженого и напитков для всех маленьких участников праздника. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».